Всегда отечественная уголовно-исполнительная система была оплотом надежности, законности и правопорядка. Уголовной исполнительной системе исполнилось 145 лет. Свое начало она берет в марте 1879 года. Император Александр II издал указ о создании главного тюремного управления. Это положило начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в стране. В этом году этой системе в Ингушетии исполняется 15 лет. Самое сложное в этой профессии, говорит Сергей Меньшов, это работа с людьми. Каждый человек – это индивидуальность и личность. А тем более люди, которые находятся в местах лишения свободы, у них свои понятия, свои порядки. Но надо понимать, что эти люди взялись у нас не откуда-то, они из нашего общества пришли. Поэтому самое сложное как раз работа с этими людьми. И у всех сотрудников нашей системы это самое сложное, потому что они практически все время общаются именно с категорией таких лиц. Отличившимся сотрудникам уголовно-исполнительной системы региона вручили награды. Заслуги более 60 человек отметили почетными грамотами и медалями. Деятельность в уголовно-исполнительной системе предъявляет высокие требования к личности сотрудников. Они должны справляться со стрессом и преодолевать кризисные ситуации. У этой работы есть свои трудности. Иногда приходится сглаживать углы, говорит Сергей Чижиков. Он работает в этой системе с 2010 года. Пришел в эту профессию по примеру родственника. Свою работу очень любит. Она приносит пользу обществу. То, что мы приносим пользу обществу, возвращаем людям утраченные социальные связи, помогаем им трудоустраиваться, организуем, скажем так, реализуем государственные решения в части исполнения приговоров в отношении осужденных. Это самое главное. В 2010 году президентом Российской Федерации был подписан указ об установлении Дня работника уголовно-исполнительной системы. Поздравления в адрес тех, кто обеспечивает безопасность и оберегает нас от правонарушителей, звучат со сцены. К юбилею службы организовали концертную программу с участием звезд ингушской эстрады. «12 марта – это дата подписания исторического документа. Отмечается как профессиональный праздник работников УИС. Амина Зязикова, Магомед Дарсигов, Магаз-24.